Всем привет! Сегодня 1 июня, очередной анализ биткоина. Смотрим, что произошло. И наблюдаю очень интересную картину. Все гораздо веселее и запутаннее, чем я думал. Выбрал сейчас три основных сценария, сейчас попробую вам объяснить их. На самом деле, что я вижу? Что у нас вот это движение закончилось конечным диагональным треугольником. Это его первая волна, это откат, это третья волна, откат и пятая волна. Соответственно, все, пошел рост. Это движение означает, что все. Конец, по крайней мере, вот этой волны. Но с учетом того, какое оно большое, растянутое по времени, мучительное, я думаю, что это было движение окончанием всей этой волны. Соответственно, вот он, бычий сценарий, готовый. Подтверждается он тем, что мы рисуем что? Еще один такой же начальный уже диагональный треугольник. А тут первая волна, откат. Третья волна, откат. И мы сейчас рисуем пятую куда-нибудь к верхней границе на 7600, 7700. И весело пойдем камнем вниз падать. Но если это дело все откупят и не дадут пробить вот это дно, а оно в 7040, там даже если будет 7050, оттуда развернемся, то это уже бычий сценарий, и мы пойдем довольно высоко. Вот такой вот интересный расклад. При этом уже вижу, дивергенция есть между этими вершинами. Часов, когда она, конечно, многие будут говорить, что здесь вот красная, она не работает, но на самом деле тоже работает, потому что если мы посмотрим по RSI, тоже есть дивергенция, соответственно, это движение, у него будет неминуемый откат, просто неминуемый, то есть то, что сейчас растет, ни в коем случае нельзя откупать. Надо ждать, пока упадет, видеть, что есть поддержка, и покупать со стопом на 7000. Чем ниже упадет, тем лучше в целом, но желательно, конечно, в район 7200 упасть, не ниже. Потому что там как бы уровень предыдущий, куда-нибудь вот в район вот этой проторговки. Если оттуда цена уйдет, то очень красиво будет. Второй вариант. Есть вот такой более интересный вариант, который я вам показывал. В принципе, он еще в деле. Просто вот эта волна, она как бы растянулась и приняла форму начального диагонального треугольника. Соответственно, мы не знаем, будет ли это первая волна или это волна А. Соответственно, есть вариант просто, что мы рисуем лишь коррекцию вот к этому мощному падению. Вот это было 5 волн, а это к нему коррекция в район там, 8000, может быть 8150. Соответственно, начинаться оно будет точно так же, как в прошлый сценарий. 5 волн, коррекция, тут все ловится, идет еще 5 волн вверх. И оттуда уже может быть сильное падение. При этом этот сценарий я специально растянул под 666, и, грубо говоря, вот 6 числа мы пойдем в рост. То есть это позволительно. То есть, грубо говоря, мы должны упасть к этому числу и потом пойти. Не обязательно должно быть вот так. Может быть и вот так. Это не важно, то, что здесь дно было. Главное, что с этого числа начался рост. И потом, конечно, весело пойдем еще ниже. Очень низко, очень падать сильно. Это медвежий сценарий. Хуже, чем этот, что мы прямо отсюда начнем вот так вот падать, я пока не вижу. Просто потому, что ну, мы рисуем такую странную фигуру, а после нее минимально будет вот такая фигура. То есть должно быть 5-3-5 форма, и никак иначе. Ну и еще один вариантик у нас есть. Это то, что мы сейчас рисуем тройку и пойдем вниз. То есть, если мы сейчас вот эту вершину не перекрываем, то это можно расценивать не как 5 волн, а как 3 волны. То есть, это будет просто волна Б коррекционная. И мы пойдем дорисовывать новое дно и оттуда пойдем вверх. Вот так вот. Так что, как это торговать? Нужно смотреть, куда мы уйдем. Однозначно будет падение во всех сценариях. Просто вот, без шансов. Отсюда прям вырасти, шансов никаких. Вообще никаких нет. Потому что фигура такая. Ну, я очень сомневаюсь, что отсюда будет рост. Соответственно, покупать не надо. Я все покупки сбросил вообще вчера. Еще до вот этого падения. Соответственно, надо смотреть, как будет падать. И где его будут ловить. Если его будут ловить в районе 7200-7300, это хорошо. Если он прям на 7100 камнем упадет, и там будет такая жесткая борьба, лучше туда не лезть. Ну а лучше всего, как я и говорил, просто заходной импульс ловить. Еще раз нарисую тем, кто еще не видел.
когда мы видим вот такую фигуру, что мы упали, выросли, упали, и после нее идет вот такая фигура. То примерно вот здесь можно заходить. Здесь видно вам. То есть нам нужно пробить вот эту вершину, сделать откат и пойти вверх. Соответственно, это называется заходной импульс. Когда мы видим коррекцию, когда мы видим, что коррекция перекрыта, а еще и падение ловится после перекрытия вот этой вот цены, то это означает, что будет еще сильное движение, после него еще одна коррекция. По-правильному можно даже вот так сделать. Подождать еще вот к этому импульсу коррекцию. И уже после движения вверх уже начать заходить. То есть кто насколько как бы подстраховывается. То есть либо тут, либо где-нибудь вот здесь. Вот две точки входа более-менее безопасные. Иначе как-то это торговать, ну, очень опасно, потому что, ну, видите, вариант вот интересный, куда мы, ну, уйдем низко очень. Может быть, это какая-нибудь усеченная волна или еще что-нибудь. Ну, короче говоря, долгий получился выпуск, потому что действительно либо вверх, либо вниз. А как вверх, как вниз и как это торговать, вот в чем секрет. Так что, грубо говоря, ждем, когда чуть-чуть подрастет, потом оно должно сильно упасть, и будем смотреть, что там будет происходить. Другого варианта я пока не вижу, как вот это все отторговывать. Так что ждем, смотрим. Кому нужно постоянно комментарии, что происходит. Только в чате их можно получить. Еще раз повторюсь, утреннее видео только для тех, кто на ютубе сидит и хочет там раз в день получать какую-то некую информацию. А по факту же она может поменяться прямо через час, и все совершенно иначе будет. Поэтому только чат. Ну, на этом все, и до завтра.